В православном календаре наступило время Светлой Седмицы. Эта неделя единственная в году, когда подняться на колокольню с благословения священника может любой желающий. Единственное условие – сделать это можно только между богослужениями. В саму же пасхальную ночь с 19 на 20 апреля в храмах республики в прямом смысле яблоку негде было упасть. В Йошкар-Оле пасхальная служба прошла в Воскресенском соборе. В основном храмы в республике строятся на деньги прихожан. На деньги людей, которые хотят их пожертвовать на благое дело. И сегодня, я думаю, что нет таких храмов в республике Марил, куда можно прийти и обнаружить, что они пустые. Невозможно пробиться столько народу. Это очень хорошо. Хорошо, когда люди верят в Бога, хорошо, когда люди празднуют праздники, которые забыты были. Потому что все наши предки жили по церковным календарям, по церковным праздникам. Пасха был самый великий праздник в жизни. Сегодня республика празднует Пасху. Я от всей души поздравляю всех верующих христиан с этим святым праздником. Христос воскресе! Пасхальные богослужения продлятся всю нынешнюю неделю. Завершается пасхальная неделя Красной Горкой, праздником, который всегда был самым популярным днем для заключения браков. Празднование Пасхи продолжится в 40 дней, вплоть до Вознесения, когда начнется Петров пост. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.